Приветствую всех и вся YouTube. В данном видео я расскажу об апостоле Владе Цепиши из манги Берсерк Прототип. Вы узнаете о его происхождении, его силах, способностях, слабостях и о многом другом. Перед началом прошу поставить лайк и подписаться на канал. Наберем 1500 лайков, и видео по вселенной Берсерка будут выходить на канале. Ну а я начинаю. Для начала объясню пару моментов. Данная манга не входит в канон вселенной Берсерка. Название «Прототип» уже говорит само за себя. Кентаро Миура нарисовал ее еще в колледже. Впоследствии многое, что представлено в этой небольшой истории, плавно перекочует в первые тома Берсерка в том или ином виде. Ну а я вернусь к герою данного видео. Влад Цепиш — чудовищный тиран, который управляет неназванным княжеством. Он апостол, который получил свои полномочия от Ванны, бога тьмы. Он заработал страшную репутацию в войне с другой страной 10 лет назад, когда он заколол 500 пленников и оставил их на границе в качестве предупреждения. После того, как у него кончились враги, он принялся угнетать и убивать людей из своих земель, обычных крестьян. Он не жалел никого, ни женщин, ни детей, он жесточайшим образом убивал молодых девиц из деревни, четверых из которых больше никогда не видели. Молодые, энергичные девушки были его любимым развлечением. На вид Влад Цепиш – тучный и лысый мужчина. У него холодные и липкие руки. От него несет гниющей плотью. Его страшные глаза и острые зубы выдают в нем не человека. Будучи слугой очень древнего зла, его апостольский лик очень страшен и мерзок. Он превращается в свою ужасающую форму с козлиными ногами, длинными когтистыми руками и головой с огромными рогами, мордой свиньи и острыми клыками, усеянных по всей его пасти. В такой форме он обладает огромной физической силой. Также скажу и о том, что Влад Цепиш обладает телекинезом, как в человеческой, так и в апостольской форме. Если в человеческом облике он способен усилием воли подчинять себе людей и мелкие предметы, то в форме монстра его влияние на окружающие его предметы становится феноменальным. Он способен поднять в воздух почти все находящееся поблизости оружие, разрушить пол во всем помещении, в котором он находится. Данный монстр не отличается высоким интеллектом, он, как и все апостолы, уверен в своей силе и непобедимости, что в конечном итоге его и подводит и приводит к гибели. Кентаро Миура не скрывал, что за основу этого персонажа он взял другого знаменитого парня с любовью к колам и массовым убийствам. Уж что говорить, если даже его имя намекает на князя Валахии. Но все это условности, черты этого злодея в дальнейшем перекочуют в других, не менее отвратных тварей, таких как апостол Граф и апостол Змей, видео о которых есть на канале. Ссылки оставлю в описании. Ну а у меня на сегодня все. Понравился видос и ты узнал что-то новое, смело ставь лайк и подписывайся на канал. Обязательно напишите комментарии и поделитесь видео с друзьями. И помните, что именно ваша активность и поддержка способствует выходу новых видео по этой вселенной. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока!